Новые технологии помогут побороть боль в позвоночнике. Сургутские нейрохирурги будут вживлять пациентам специальный датчик, который позволяет контролировать неприятные ощущения с помощью пульта. Операция длится не более получаса. Пациент в это время находится в сознании, а ему в область спинного мозга вживляют многоконтактный электрод. Специалисты уверяют, что в отличие от многих лекарственных препаратов, стимулятор спинного мозга не влияет на функцию печени и почек. Квоты на вживление нейростимулятора получил окружной травмцентр. Здесь хирургические вмешательства начнутся уже в конце марта. Операции ждут 6 человек с сильными хроническими болями. Добавлю, тестовые процедуры сургутские врачи проводят с 2017 года. Все операции прошли успешно.